Хорошие часы. Я 5 лет учился в старой школе, и мне никто никогда не нравился. А в этой я всего 2 недели, и уже... Герасимов воспевает сады железа и гранита, аллеи каменных домов. Стоят слева направо. Не знал, Пятипал Кириллов Маяковский. Не видишь ничего интересного? Маяковский сидят, стоят очень хорошо. Не видишь, да? Читай снова. Читай снова. Ну, читаешь. Стоят. Так ты сидит. Сидят слева направо. Не водите пальцем по стеклу. А никто и не водит. Я же вижу. Вы посмотрите получше, она на миллиметр не дотягивается. С наступающим. Взаимно. Сидят слева направо. Пятипал! Не кричите в зале. Никто не кричит. А он тебе кто-нибудь? Дед. Ты же говорил, что твой дед поваром был. Сперва поэтому был, а потом в повара пошел. А что? Ну и что? Вполне это возможно. Вначале поэтом, а потом поваром. Это, ну как я? Чехов, например. Вначале доктором был, а потом Антоха Чеханте. Сколько набрали? На 6-2. Мальчишек. А что, мальчишек тоже зовут? Да, весь отряд. У нас будет пионерский день рождения. Как вам там можно сказать? Вот повезло Тошке. Сразу 2 праздника. День рождения и Новый год. Харе. Тяжело. Общими усилиями двинуть время в зенит. Оппозиции пролетарские поэты. Yeah.
А ты стихи деда помнишь наизусть? Конечно, помню. Прочти, Тоша. Непрочитанных книг влекут на страницы, и в далекое плавание манят паруса, и багряные зори озаряют нам лица, но дым из горнов нам слепит глаза. Хорошие стихи. А по-настоящему где-нибудь печатали? Печатали. Один раз, правда, целая книжка есть. Маленькая, конечно. А со стихами книжки всегда маленькие. А у тебя такая книжка есть? Нет. На всю Москву две осталось. Одна в Ленке, а другая в библиотеке мамина Сибиряка. В библиотеке мамина Сибиряка? Это хорошо. Пошли, Руслан. Ушла. Вы последний. Я первый. Да тут стоянки нет. А еще есть какие-то автоматы, которые наступающим Новым годом, дорогие. 50 копеек у вас есть? Нет, нет. Пожалуйста, дальше. Так, 6.70. 6.70 игрушки? Иду. Смотри, этот детка час уже стоит и смотрит. Вот это с бородой? Что, 2,90 можно, да? Рубль 20. Или удочку, или водку, или пингвина! Девочки, что вам? Мать, мы хотели купить девочке на день рождения елочку и пингвина. Мы принесем. Мы потом принесем. Принесут, подойдете, девочки, в сторону. Пусть мешают. Мне, пожалуйста. Ну что, чего это значит? А карты вы получили? А где они, карты? Ты не жуй и быстро не глотай. Отломи дольку, потом положи ее на язык. А сам две отломил. Ну, это я ошибся. А теперь соси, вот так. Понял? А сам проглоти. Ну, снова ошибся. В кого ты такой жадный? Тебя. Я говорил, что ты добрый слон, а ты вовсе не добрый. Нет, я добрый слон. Ты хитрый слон, я тебя знаю. Карпов! Ну где же вы пропадаете? Брат проголодался. Брат? У самого все губы в шоколаде. Деньги давай. Нет у меня никаких денег. Истратил. Ну как истратил? Мы же договорились, сегодня не завтракать. Все деньги на подарок. А кто завтракал? Я что ли, ребенок проголодался, я его кормил. Конечно, ребенок проголодался, он его кормил.
40 копеек. А что 40 копеек? Тобой все не так. 40 копеек. Мир ребенка. Мир ребенка – это какой-то особый, красочный мир, волшебный мир, как бы нарисованный цветными мелками. Пройди сам, посмотри вон там на полке. Себя в детстве. Небо было гораздо голубее. Вон там справа. Море вон там синее. Снег был значительно белее. Листья. А листья были, ну просто до жути зеленые. Слушай, что там зудит все время? Писатель – это пытливое сердце. И вот неисповедимые писательские пути унесли меня в далекий канадский город Квебек. Квебек – это Квебек. Мы гуляли, мы ходили, смотрели без конца. И удивительно красивые улицы, парки, музеи, магазины, дворы, все в зелени. Улицы очень красивые, памятники, магазины. Я просто хотела узнать, как живут дети Канады. И вот в одном из дворов, возле водоразборной колонки... Новый год столько работает. Дети... Не успеваю. Когда дети? Срок 10 дней. Спасибо. Скажите, а если я их потеряю? Нельзя терять библиотечные книги. Ну, а если у меня украдут? Тогда мы исключим тебя из библиотеки. Ну, это хорошо. И удержим в 10-кратном размере. $1 700 000 рублей. Это такая дорогая книга. Это раньше такие деньги были. Сейчас это 17 копеек. Один. Малыш лет 10 нырял в этот бассейн. «А quoi jouez-vous?» – спросила я. Это значит по-французски, если перевести, значит, во что вы играете? «А quoi jouez-vous?» И он звонким мальчишеским голосом ответил мне: «Мы играем в Андре Водолаза», то есть героя моей книжки. И мне было очень приятно, что в далеком Квебеке дети играют ту же игру, в которую играют московские мальчишки в сотнях дворов. Да что же это в конце концов такое? Это просто несносно. Ой, сколько вас! Во что вы здесь играете, шалуны? Вон даешь водолазы. Но не считайте, что они с телефонной машиной работают, а машина у них круглые сутки включена. Вон в 11. Не мешайте, мальчики! 15 аппарат выключен, забирайте вещи, товарищи, темпе, темпе. Ну что вы в самом деле? Так вот я и говорю, раз ты Мариночка с папой и мамой, то и бери отгул 30-го, а я 31-го. 31-го твой рабочий день, не выдумывай! Мы же с тобой договорились, что 31-го у меня выходной. Ну как же тебе не стыдно, какая ты необъективная, Мариночка? Ну, подумаешь, пятна. Здравствуйте, скажите. А у вас что не усвести нельзя? Шерсть и бумаги, синтетики. Бумаги. А пятно старелое? 1919 года. Это вряд ли сойдет. Тогда были чернила химические. Вон там он, видишь? Столик, баночка и тряпочка. Возьми тряпочку, обмакни в баночку и три. Если пятно двинется, то можешь попарать. Так вот я и говорю, здравствуйте, Мариночка, с папой, мамой, то тебе откуда 30-го, а я 31-го возьму. Четвертый аппарат, загружайтесь, не задерживайте, товарищ, не задерживайтесь. А вчера нам не разговаривали. Давай, Лариса, отдыхать по графику. Когда тебе полагается, когда ты отдыхай, иду. А когда мне полагается, я буду отдыхать. Ну что, Мариночка, ты же говоришь, что ты... Полетни, а ты не отдыхай. Надо... А вот оброчу заманила. А вот наш папа.
Тут машина. А какая остановка? Сингапур, тебе сходить. Есть, капитан. Отчаливаю. Привет! Привет! Да, брат, женюсь. Видишь пятно? Во дворце бракосочетание залил. Я сказал, советское шампанское, а они цыплянское принесли. Цвет разный, а цена одинаковая. У меня тоже штаны кефиром залит. Я взял с подноса, думал, просто акваж густо, а там кефир. Цвет одинаковый, а цена разная. Вот и выходит, что мы с тобой оба пострадавшие. Угу. Девушка! Девушка с тобой! Ускори, ну! Новый год встретить опоздаешь! Что стоишь там? Снимай штаны. Чиститься будем. Молодой человек! Сегодня мы все торопимся. Гражданка, имею право. Новобрачные обслуживаются вне очереди. Четвертый аппарат, загружайте, ну побыстрее, команда. Наступающим тебя, Зиночка. Тебя тоже. Петра не хочешь? А Петра еще больше не хочет. Эй, растяпа! Телеграмму уронил? Ничего не ронял. А это не моя. Пошалешина, наверное, уронила. А ты догони, отдай, пионер. Телеграмма, наверное, новогодняя. Руслан! Руслан! Я здесь! Где? Привет. Привет. А что вы тут делаете? А мы в капустке играем. А? А почему ты раздетый? Меня все очистят. Никуда не уходи, я сейчас. Ладно. После праздников я мам. Ну пока. А какие? В ложнике какого числа? Некогда, понимаешь, опять бегаю. Спасибо, передай там всем привет и поздравь от моего имени с Новым годом. Скажи, вот человек зашился. Ладно? Ну все. А, ну это подходит. Будешь ну, пиво, давай, заезжай. Слышишь? Поздравляю тебя. Счастливо. Напомни, слышишь, нет? Я на столе, я не забыл у тебя сидеть. Ну что, сходи ты, хлопчик, еще. Ой, Карпик. Ты куда? За цукатами. Цель. Дед пирог печет, вас кормить. Ну это хорошо. А ты? Почтальонщу ищу. Что это за книжка? Вот я пирог с цукатами, тогда скажу. А зачем тебе почтальонщу? Слушай, покажи книжку. Осторожно, на дворе злая собака. Запомним. А что? Почтальонша тоже секрет? Да нет. Она телеграмму потеряла. Мне? Что тебе? Телеграмма мне? Да нет, каким-то жильцам. А, жильцам. Ну что ж, Карпик, неси. Показать, где цукаты продают. А телеграмма? А телеграмма? А мы сейчас без хлопот почтовый ящик бросим. А вдруг нам что-нибудь срочное? Сейчас изучим. Не стыдно? Очень ужас. Москва. Ой, как не стыдно. Москва, Савеловский переулок, 12. Жильца. Убедительно прошу разыскать Катю Иноземцеву, проживавшую до войны, по этому адресу. Передайте, буду проездом Чёфа, Киевском вокзале сегодня, 19.00. Сергей. Сколько время-то? Без четверти. Сколько? 3. Успеем. Да что ты, мы к двум договорились. А цукаты? Какие цукаты? Дело-то на 20 минут. Да что ты, я с утра тут нашел? Не люблю мероприятия. Граждане, граждане! Я тебя ненавижу. Если бы ты кого-нибудь до войны не видел. Ну ладно, только мне Руслана из химчистки забрать надо. А что он там делает? В капустке с женихом играет. С каким женихом? С нормальным, в черном костюме, но только без штанов. Что ты мелешь? У него невеста в машине курит, видишь?
А жених без штанов с Русалом в капустке играет. Во кружок умелые руки, небось, на всех уроках пилят. Это он в обуви. А тут иноземцев-то нет. А телеграмма не иноземцам, телеграмма жильцам. А жильцов вон сколько. С наступающим. Взаимно. Скажите, а вы случайно до войны здесь не жили? Меня до войны вообще на свете не было. Извините. Чего? А эта бабушка до войны была. Марья Ивановна, да? Интересуется, вы до войны здесь жили? Жила. А что? Вам телеграмма. Мне? Сейчас очки найду. Да проходите же. Извините, ну, мы торопимся. Проходите, проходите. Проходите, ребята. Ой, да где же очки мои? О, вот они. Телеграмма. От свояка, что ли? От брата твоего, говорю. Сергей приезжает. Какой Сергей? Ты Катю-то помнишь? Какую Катю? Ну, Катю, которая до войны тут жили. А, Катю? Да, Катю помню. И маму ее помню. Видная была женщина, крупная. Люди ее уважали. Это, дорогой товарищ, складни. Да, люди ее уважали, а больные обожали. А зачем складни? Складни? Будь здоров. Это песни фанерные. Иди сюда. Вот как песни складывают, так и я складываю. Куплет выпилю и к другому куплету прикладываю. Нет, Федорович, ты что-то путаешь. Это муж у нее доктор был. Да, верно. А он не в цирке служил? Вот. В цирке Густав Густавович служил, царство ему небесное. В угольной комнате жил. Это они в угольной? Нет, они здесь. А мы где? А мы с тобой при кухне. Ну? Чего ну? Нет. Вот тебе. Да вон Катины зарубки-то на двери. Ты что ли ей росточек мерил? Да, верно, не мои зарубки. А-а-а. Я Катю не мерил. Ну вот. А мы-то в эту комнату перебрались, когда уже война кончилась. А кто же в цирке служил? Не в церкви, а в цирке. Ну, кто? Ну, кто? Этот. Густав Густавович. Ну, да. А я о чем говорю? Не путай меня. Ой, батюшки, да что вы? У меня пироги постели, и не думайте, не отпущу. Раздевайтесь. Это песня «Золотые горы». Когда-то имел «Золотые горы».
Вот видишь горы. И реки полные вина. Что за Федор? Пусты, реченька в ней, вино. Ты Сережу-то помнишь? Сережу, да. Сережу помню. Сколько я этих складней перепилил. А вот. О, это для потихи. Юмор. Частушка. Вот. Я любила писаря, вот такого лысого, а вот тут ему нечего писать, только лысину чесать. А это писарь? Да, в шляпе. Участковым служил. Кто? Сережа, рыбоватый такой. И все ты путаешь, Федор Федорович. К Кате два мальчика ходили уроки учить. Сережа и Антон. Целый день здесь околачивались от война. Значит, воскресенье началось, а в понедельник их забрали. И не в понедельник, а во вторник. А Катя, как мальчики на фронт ушли, она совсем покоя лишилась. Ветрит на фронт просится, а ее не берут, тогда она в госпиталь устроилась сестрой. Мать в эвакуацию, а она не поеду. Ага, говорит, будет, буду раненым помогать. А фронт под самой Москвой был. Да, ну у нас, простите, а мы пойдем. Ну погодите, а где же я теперь Катю иноземцеву искать буду? Мать, мне же она иноземцева была. У него вроде другая фамилия была. Иноземцева, иноземцева. Антон, ты иноземка был? Разве она за Антона вышла? Ну, у тебя совсем память отсыпала его. Ведь как это было-то? Значит, прихожу я с работы домой, а на площадке весь мешок стоит. И солдатик спит. Притурился, так спит. Но мне же пройти надо. Я, значит, бужу солдат-то. Да откуда ты взялся? А я, говорит, на 48 часов, говорит, отпуск получил, говорит, и жениться приехал. На ком, говорю? На Кате. Ой, ты, говорю, куда же ей замуж? Она же девочка совсем. Ну вот, как вроде ваша барышня, только, может быть, чуть-чуть постарше. И тебе, говорю, рано жениться. А Сережка смеется, говорит, что вы, Марья Ивановна, говорит, мы с шестого класса друг друга любим. А почему Сережка? Антон же. Ну да. Нет, это Сережка приезжал. Не путай меня. Федор Федорович, где альбом-то? Точно, Сережка. Я-то помню. Тогда консервы привез. Спирт полный, сидр. И тут мы пировать. Да это ты пировать. А я к Кате в госпиталь побежала. А там уже боец стоит и никого не пускает. Но я не уговорила его записку передать. Думала, что она сама ко мне прибежит. А гляжу, мне ответ от нее несут. Ну, прибежала я домой. А мои красавцы уже хороши, песни поют. Федор Федорович, ты альбом-то трогал? Сережа развернул записку. И весь хмель с него сошел. Бледный такой стал. Сереженька, родной ты мой, пишет ему Катя. Прости меня, пожалуйста. Я вышла замуж за Антона. Иначе не могла. А Сережа? Сережа встал, шинель застегнул. И говорит нам с дедом, будьте счастливы. Заплачет. Вот и врешь. Ничего он не плакал. Это ты плакала. Правильно. И я плакала. И он тоже плакал. Мальчики мои, вот блин. Будьте же не вернулась. Федор Федорович, а ты кого во дворец-то вставлял? А? Кого надо, а кого не надо, в альбоме оставил. Я ж не могу каждого, любого вставлять. Мне нужно, чтобы личность была. Что я твоего брата буду вставлять? Мне король нужен. Сейчас. Не трожь, я сам. Ребят. Подвинь. Ребят, а если вы Катю на земцу встретите, вы передайте ей, пожалуйста, что... А нет, ну вы вот понимаете, вот у нее сегодня день рождения, и еще кое-что купить надо. Ну и ничего, вот на пути вы и купите. Ноги молодые, сбегаете. Конечно, сбегаем. Давайте адрес. Какой адрес? Катин. Откуда же он адрес-то? Вот. Это раньше у меня был плоский период, там складни, песни. А это объемный. Композитор Мусоргский. Лоха. Рам-п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 ам. Жил-был король когда-то. При нем блоха жила. Родней родного брата, она ему была. Ха-ха, ха-ха, блоха. А это король? Угу.
А где блоха? А блоха манюсенькая, ее не видно. Она там сидит. Там, там. Вот как про блоху, так заплачет. Ей звезду дает и самый королеве, и фрейлине ее. Да вот она! Это ее мамочка покойница, это вот Катерина Земцева. Только мы Катю с войны не видели. Это вам надо в госпиталь идти. А где госпиталь? На Таганке, на горе. Дайте нам эту фотографию. Мы ее по фотографии быстро разыщем. Федя. Разорять будете? Ну, людям же надо. А это баловство? Надо, разорять. Ладно. Только корону не отлепляйте. А я вам для верности ее в рамочку вставлю. А когда не надо будет, верните обратно. Уж больно подходящие королева и фрейлина ее. Ребята, а госпиталь сидит на Таганке. Как? Что-то наверное, это поднимитесь наверх. Там такое зеленое здание с балконами. Пойдете. Бегают. Ты что, глупый? Разве больные? Это школьники. Больных тут уж 25 лет нет. А госпиталь? А госпиталь во время войны здесь был. Вы там вот спросите Аграфену Владимировну, она знает. Сегодня первый прогон, второго у меня премьера. Сегодня последняя тренировка. Второго мы уже в Солнечногорске играем. Аграфена Владимировна. Второго бал. Уборка сегодня. Долго, 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 Эмиль. Третий звонок. Приготовились и... Стоп! Эмиль, где магнитофон? Отец не дал. Так, с магнитофоном прокол. Ириша, запиши. Я буду за магнитофон. А вы почему без костюмов? Нам как графиня Владимировна. Я графиня Владимировна. Здрасте, скажите, а вы здесь работали, когда госпиталь был? Здрасте, вы лучше уж башмаки снимите. Видите, пол-то мытый. Женщина. Весь госпиталь ее отговаривал. А чего отговаривали? А ты помалкивай. Пойди погляди, как мячик играет. Весь коллектив у нас был хороший. А кроме одного армянина все были веселые. Какого армянина? Ой, по имени я его и не помню. Ой, как его там? Ой. Да я и не выговорю. У нас никто не выговаривал. А по отчеству Иванесович. Хирург был легкой руки и холостой. А ему Катя ужас как нравилась. Все знали, что он по ней сохнет. И всем коллективом их сватали. А она вдруг взяла за своего школьного товарища замуж и вышла. Внимание. За Антона Иноземцева. Эта группа вместе с Галей Синицыной пойдет в нападение. А вы... Так все получилось. Катя на перевозке работала. Наших раненых к нам доставляла. А наши раненые какие? Челюстно-лицевые и узкой специализации. А Катя вдруг нам с травмой конечности привезла. Антона этого самого. А у него ноги-то были все гангренозные, сдутые, как пузырь, синий. И говорят,
Да ты что, непутевая? У нас в госпитале таких инструментов-то нет. Река. Гром. Пошло облако. Чем это мне так приворожит? Не видно и такой глазастый. Я, говорю, с ним вместе училась. Ну-ка, садитесь на скамейке, я сейчас мыть буду. Другой нет, что ли? Татьяна Владимировна, чистенькая. Спасибо. Еще принесите, пожалуйста, одна ведерочка. А ты что здесь устроился? Давайте я потру. Пожалуйста. Ой, да вы что там, пол-то топчете? Садитесь чистого. Спасибо. Пожалуйста. Катя в ванной с щека клещ цепилась. Прошу, будет вас лично делать операцию, потому что это мне самый близкий человек. Иванович поглядел на нее, говорит, дайте мне руку на счастье. Она ему обе протянула. Он их поцеловал, а я в это время в кабинете была, так он меня не постеснялся. Говорит, давайте больного на стол. Ну, пока больного-то готовили к операции, Катя в это время в ЗАГС съездила и привезла оттуда людей. Прямо в операционный им брачные свидетельства выписали. Такова, говорит, его и моя воля. Вот какая свадьба была. Ну, потом что? Потом обе ноги отняли, а заражение дальше пошло. Общий сепсис. Ну и похоронили. Все были, конечно, те, кто не на дежурстве. А Катя? А Катя прямо ума решилась, почернела одни глаза. У нее одно желание было уехать туда, где он воевал. Уехала. А где удержишь? В неизвестном направлении уехала. Только в 43-м году узнали, где она. В Анессию предписание пришло через линию фронта лететь генерала партизанского спасать. Ну, спас он, вернулся с орденом. Рассказал, что Катю встретил, что это, оказывается, по ее совету его туда вызвали. Минута на 13, все встали. Супчик, 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 БП, повторяем, БП, БП. Супчик, 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 супчик. Стоп. Мальчик, иди сюда. Я? Нет, не ты, маленький. Скажи супчик от слова субъект. Понимаешь? Понимаю. Супчик. Скажи супчик. От слова суп. Видали, как сечет? Иди сюда, будешь мне помогать. У тебя есть время? Костя, у меня есть время. Пока есть. А это Афанасьич жив? Афанасьич. Ну а как же? Живой, в чинах и славе. В институте усовершенствования врачей, профессор. В прошлый день победы всех в госпитале приглашал. Ну, конечно, тоже он. А ко мне на машине приезжал. Угощал, как родных. А Катя там была? Катя не было. И жива ли она, не знаю. Супчик, 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 супчик. В Ополе Берёна состоял. Первый цикл. Убьет, я же цукатов не купила. Телеграмма. А что мы можем сделать? Сколько стоит? Это рупи. А это? Это тоже рупи. А это?
Это? Семь. А давай рванем в институт усовершенствован. К Иванесычу. Да что ты? Может, этой Кати вообще уже нет. Павел Васильевич. Поехал? Поехал. Аванес. Макар Тыч. Аванесович на конференции. А конференция там? Там. Пошли. Пошли. А мне? Подожди, здесь. А тебя Фомой зовут? Угу. А ты в гипсе жил? Угу. Разучился разговаривать? Угу. А это твоя мама? Я хочу в туалет! Я хочу в туалет! Ах ты моя умница! Как хорошо спел! Ну ты пой, пой! Доктор же велел тебе петь! Я хочу в туалет! Ах ты умница! Так. Еще? Хорошо. Этот юный герой захотел прокатиться на взрослом гоночном велосипеде. Руки не достают, ноги не достают. Как-то разогнался и врезался на полном ходу в бетонный столб. Поломана верхняя челюсть, повреждена носовая перегородка и кайморовая полость. Мы применили комбинированный метод консервативного и остеодинамического лечения. Разработка нижней челюсти шла еще до образования костной мозоли. Вот вам результат. Где герой? Мальчик, 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 идем скорее, тебя разбирают. А что я такого сделал? Ничего, просто твоя очередь. Это Вов на колесе катался. Костя! Быстренько, быстренько. Не говори, а пой. Ну, где герой? В чем дело? Мы здесь. Я не герой. А ты не говори. Пой. Как тебя учили? Я не герой. Я не герой. Это Вов герой. Все, спой. Вова герой. Я хочу домой. Скоро уйдешь. Мы сейчас тебе просветим. Насквозь. А ну-ка, открой рот. А. Невероятно. Челюсть выглядит как новая, абсолютно неповрежденная. Ну-ну-ну-ну-ну. Я не балерина, прошу вопросы. Можно рот закрыть? Как вам удалось реплантировать молочные зубы? В самом деле невероятно. Еще вопросы? Скажите, профессор, в 43-м году вы были в партизанском крае? Недолго. А, собственно, что вас интересует, коллега? Нас интересует. Помните ли вы Катю Иноземцеву? Катя! Это ты? Свет! Дайте свет! Катя! Можно рот закрыть. Где Катя? Это я спросила. Мы ищем Катю Иноземцеву. Молодые люди. Здравствуйте.
Здравия желаю. Никто и не чихал. Я сказал, здравия желаю, не будьте здоровы. Это одно и то же. Вы находите? Я нахожу. Строго говоря, вы правы. Чем могу служить? А чем он может служить? Он уже стоит. Молчи. Он прав. Ничем и никем. Ну что вы? Отслужился. Что дальше? Мы от профессора. Ой, Аванесыч. Не ой, Аванесыч, а Мкртыч Аванесыч. Он просил передать вам привет. Вовсе не привет, мы хотим поклониться, от меня стали. Гляди, Руслан, попугайчики. А зачем мне на попугайчику смотреть? Я давно их видел. Это невежливо смотреть на попугайчику. Мы же не к попугайчику пришли, а к плохому старику. К какому? К плохому. Доктор сказал, что старик совсем плохой, а памяти у него Владом не читал. Кругом. Два шага вперед. Марш! Вот там и стой. А то я на тебя без смех смотреть не могу. От смеха я задыхаюсь. Откуда этот бравый солдат Швейк? Это мой брат. Чем все-таки обязан? Поднимайтесь, сегодня приезжает Сергей из ЧОПа. Он ищет Катю Наземцеву. А кто такая Катя Наземцева? Ну как же вы не помните, когда вы были ранены, это же Катя сказала, что вы вызвали Аванесыча, потому что он лучший хирург по челюстям. Ну как я могу помнить, когда я без памяти валялся? А Мкртыч Аванесович тогда полетел на самолете и спас вас от смерти. Было дело. Так вот, и он сказал, что вы точно должны знать, где сейчас Катя Наземцева. Какая это Катя? У нас фотография ее есть. Да, покажите. Можно вас угостить? А что это? Ну, с удовольствием. Скажите, нет ли там таких кубиков, груши вяленые, знаете, такой светлого цвета, а? Ну-ка. О, есть, есть. Это всем? Всем, всем. Тогда я угощу кубочек. Ну, угости. Что делает 25 лет с человеком? А нас девчата были все худенькие, тоненькие, с пальчиком. А тут уже солидная дама. А это ее дочка? Да нет, это она сама и есть. А полная, это ее мама. А это кто? А это Ленка. Внучка. А она дома? Она... Далем обкома работает в Нефтегорске. Как ты сказал фамилию? Наземцев. Ну, точно, Екатерина Наземцев. Из диверсионной группы, отчаянная девчина. Даже сумасбродная какая. Лезла куда ни попадя. Два раза на губу сажал. Два раза награждал, два раза сажал. Ночью. Что ночью? Губу я сажаю. Ну, на губу, на губвахту. Понимаешь? Ну, в тюрьму. За что вы в тюрьму сажали? На письма надо отвечать, понял? А кому она не отвечала? Да лейтенант какой-то ей писал. Школьный товарищ, что ли. Сергей? А я уже не помню. Приходит письмо. Командиру части. Очень пишет, волнуюсь, жива она, мол, или нет. 10 писем послал, нет ответа. Вызываю. Получали, так точно получала. Все 10, так точно 10. Отвечала. Никак нет, не отвечала. Почему? Я говорю, товарищ полковник, мое личное дело. Да какой же, говорю, товарищ сержант личный, когда офицер с другого фронта мне на вас жалуется. Может, от того, что вы ему писем не пишете, у него моральное состояние падает и воюет. Вам понятно, товарищ сержант? Так точно понятно. А раз понятно,
Никак нет, товарищ полковник. Что нет? Не буду писать. Вот посажу его на трое суток. Подумайте и напишите. Есть трое суток. Повернулась кругом и строевым чешет. Вот какая девка была. Наживая. У меня тоже ее портрет есть в газетке нашей. Бригад. Да перестаньте их кормить. Ну, объедятся они и будут засахарены попугаи. Слушай, ребят, там в кабинете за ширмой высокие полки, на них подшивки газет. Где? Ну, пойдешь прямо, потом налево, потом еще раз налево. Да. Туда? Да, переплетенные, на корешках все написано. Разыщи там партизанская слава июль-декабрь 43-го года. Ой, ты опять за свое. Там есть статья «Наша Катя и наша Зина». Зина — это Шаломытова. Вот шаломытовский адрес я знаю. Она точно скажет, где сейчас Катя. Подруги были, водой не разольешь. Нашел? Когда они с Зинкой Шаломытовой на немецком аэродроме бензохранилище взорвали. Ой, я еще тогда отечественной войной наградил. Второй степени. Спасибо. Подвиг их осветили в газете. Да. Это был август 43-го, конец августа. Нет, либо уже сентябрь. Ну, как? Константинович приезжал. Финиш. Черт, зеркало узкое. Пожалуйста, посмотри, какого цвета камзол. Не видно, мутно. Мутно, говорил Луковый. По глазам наведи, несмышленное. Ой, красный. Картуз зеленый? Зеленый. Семерка? Семерка. Меркушенко. На медике. Мастер наездник. Наш ЦСКА. Да, слушаю вас. Он самый. И вас тоже. Лучше. С каждым днем все лучше. Костя. Ой, тут что-то стоит. Мужчины тоже иногда любят. Пошли, Руслан. Куда же вы? Шаломытовой. А ты, Тоша, если хочешь что, иди домой. Иди домой, Тоша.
Русланчик. Времени совсем не остается. Полтора часа до поезда осталось. Сейчас вот решила мы два адреса возьмем. И на вокзал. Встретим Сергея, вместе с ним Катю поедем. Что с тобой? Я есть хочу. Горяченькие пирожки, горяченькие пирожки с повидой. Я хочу с повиду. Терпи. Спасибо. А может, правда, не надо. Не любит она Сергея. Любит. Ни черта ты не понимаешь. Сама же говорила. Это я тогда говорила. Любит, не любит, плюнь, поцелует, к сердцу пошлет, к черту пошлет. Слыхал? Вот и отстань. А вон гляди, какие Дед Мороз, ели всякие, едят себе и едят. Конькова, Деревлева! Тарас! Ну, так ведь некогда. Ну, немножечко. Ну, чуть-чуть, мы там бегом побежим. Ну, пожалуйста. Доброго слона. Доброго слона. Я добрый слон, я люблю людей. Я очень добрый слон. Я добрый слон, я люблю людей, я очень добрый слон. У меня калоши есть, берегу их клетки.
люблю людей. Дорогая моя столица, золотая моя Москва, дорогая моя столица, золотая моя Москва. А где найти такую песню? И о любви, и о судьбе, и чтоб никто не догадался, что это песня о тебе, и чтоб никто не догадался, и чтоб никто не догадался, что это песня о тебе, что это песня о тебе. Ну где мне взять такую песню? Я люблю о тебе. И чтоб никто не догадался, что это песня о тебе. И чтобы никто не догадался, и чтобы никто не догадался, что это песня о тебе, что это песня о тебе, что это песня о тебе. Дорогая моя столица золотая, моя Москва, моя Москва. Коляску, 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 коляску. Вот, ну, гадом, ребята! Ваня, вы мне! Ну, как вы ее положили? На бочок или на спинку? На спинку! На спинку! Что вы заделали? Ключ, что ли? Зине Шламотовой. Кому? Зине. Там Зина требуется, у тебя есть? Матери моей, ну дети, отцы. Какая же она вам Зина? А как? Зинаида Александровна. Ну? Идите, если можно. Только она сейчас с Люсей занимается. Мам! Это Люся играет. Люся? Вот такой кадрик. 6,5 лет. Познакомить? Нет. Не хочешь? Мы на вокзал опаздываем. Уезжайте. Встречаем. Тогда зайдите в другой раз. Нет, в чем дело? Нам нужно на две стадии. Нет, что такое? Мама! Что? Тут к тебе какие-то людоеды пришли. Катюшин, так у нее теперь другая фамилия. Вроде Котляр. Нет, не помню. А где она живет? Адреса не знаю, знаю только как пройти. Мы уж лет 10 как не виделись. А телефона у них нет. А в чем дело? Дело в том, что к ней сегодня приезжает человек. Он еще уже 25 лет. Из нашей бригады? Да нет, с другого фронта. Сергей! Сергей? Какой Сергей? Глеб, ну-ка, выпусти ты меня. Ты что, что ли? Осторожней, потом серьезно. Ну вы что, не понимаете, что мы торопимся? Вам же говорят, человек приезжает из Щепа. 25 лет не видел. А теперь все должна знать. Костя, ну чего ты молчишь? А я не молчу. Мама, сейчас разберем и выйдем. А вы поскорее не можете. Ты чего орешь? Чекай там в лоб. Ну и давайте. Только выносите эту бандуру ко всем чертям собачьим. И вообще выключайте эти игрушки. Вы что, не понимаете, какая спешка? Молчи, Руслан. Да что он тебе, мам? Да что ты ему сделал? Глеб, ну выпустите вы меня или нет? Что же это такое? А ты где?
10 минут подождать не можешь. Мы же в 9 часов выезжаем. Нам надо дизель этот собрать. Греб. Понимаешь, мама? Ну? 9 выезжаем. Ну, открывай быстрее. Да. Через 20 минут надо же все это разобрать, так черт. Если вы не вовремя, то с байбуером. Человек в 19.00 приезжает. Ну так а что ж ты стоишь? Без 26, ты посмотри, а тебе еще до вокзала пилить сколько надо, знать? Парень, ты не рыцарь, у тебя девушка плачет. Ну ладно, я сама побегу. Я сама его встречу. Я адрес узнаю, ее на вокзал привезу. Жди меня там. Вы меня отсюда или нет? Ну что же это делается, да? Загнали, ребята. Ну? Ну? Что ну? А потом что? Потом? Потом тебе неинтересно. Почему? Потому что это не по путям боевой славы. А по каким путям? Ох и хитрый, да чего ж. По жизненным путям. Ну вот, демобилизовались. А аттестата за 10-летку нет, представляешь? Все подружки уже институт поканчивали, а мы все в 10 классе, да в 10 классе. Ой, а тут еще номер. Трамвайный депо меня мобилизовали. Я говорю, что же вы делаете, товарищ? Мне же учиться надо в 10 классе. Школу кончать, они говорят, мы тебе условия создадим. Будешь в 4 утра работать. Ой, Костя! Время было такое. Костя! 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 Ребята, я не могу! У меня времени нет! Кулак единоличник, старый одиночка. Ой, ребята, он же адреса не знает. Костя! Да ладно, обойдется, он же на подарок не давал и за сидр не платил. Она хорошо! Если война к рояле не подходила, надо было пальцы разыграть, понимаешь? О консерватории думать было нечего, пришлось в музыкально-педагогическое училище поступить. Ну вот, вот. А Катя на медицинский поступила и сразу пришлось идти. Вот чему? Замуж вышла. А вы? Ох, я тоже вышла. А почему же вы не ушли? Мне легче было, мне муж помогал. Ой. А ей? А чем он мог ей помочь? Ему еще самому школу кончать надо было. Потом в институт поступил. Он учился, она работала. Как всегда, все на себя берет, понимаешь? И откуда нет сил, просто понять невозможно. И в войну ее, знаешь, как у нас в бригаде прозвали? Как? Два шага вперед. Вызывает на задание, не успеет командир сказать добровольцу два шага вперед, она уж перед строем стоит. Такая храбрая. Да как тебе сказать? Совестливая. Стыдно ей было, что таких ребят повивала, а она живая. Но, как говорится, Бог миловал. А вас миловал? И меня миловал. Я ж трусиха, я без нее оставаться-то боялась. Представляешь, у нас на всю роту 68 мужиков, а две девушки. Так вместе ходили всегда, не разлучаясь. Минуточку, девушка, а вы сегодня где встречаете Новый год? А? Да какая же я вам девушка. Минуточку, девушка. Девушка, один вопрос. Так, вопросов нет. Надо же. Ой, а куда же мы ребенка-то девали? А? Руслан, Руслан! Мой, твой край родной. Шатер покинув братский, и в старом ранце за спиной был весь мой стар солдатский. Это стихи известного английского поэта Роберта Бернса. Переводится на мои друзья. Шага. Ребята, познакомьтесь. Наступаю. Здравствуйте. Лена. Жим. Добрый вечер. Римма. Сергей. Кузнецов. Жим. Я вообще-то человек без комплексов, но знаете. Я предлагаю оперировать. Искусство – это спортивно, спорт становится искусством. Привет. Рекомендую, это мой друг, гениальный парень. Сейчас на репетиции. Ладно, что ты делаешь? Ты миленький. Ну как, переволновался? Ну, пойдем. Извините. А вам что, от школы поручили? Чего поручили? Ну, разыскивать участниц Отечественной войны.
Да нет, мы просто телеграмму нашли. От кого телеграмма? Приехал кто? Да, какой-то знакомый. С войны не видели. Ой, батюшки, кто же это? Сколько лет с войны прошло? Добрый вечер. Эй, бездельник! Ну какой же я бездельник? Все тарелки перетер, весь пол пропылесосил. Ну сколько их все будет? Она сказала 27, и нас четверо. Так где ж мы их всех рассадим? Послушайте, товарищ, что же вы делаете? Я им предлагал а-ля фуршет, но дамы запротестовали. Все это, говорит, нам выпендриваться. А как было бы хорошо? Просторно, ни одного стула. Подошли, поколевали, что надо. А там хоть танцуй, хоть хороводы води. Ну, давай. Не лезь. Ах, скотина. Раз, два, взяли. Ты живой? Живой, а ты? Я тоже. Что же мы лежим? Вставайте. Его давно надо на помойку выбрасывать. Ну, что же делать-то будет? Сервировать а-ля тюрк. Это как? Вот по-турецки, на ковре. Очень элегантно. Ни одного стула, по крайней мере. Ну, а это вот все. Куда? На балкон. Не пройдет. Все, не знаешь, что делать? Ломать? Конечно. А то еще ремонтировать заставят. А так, по крайней мере, новый купит. Зина! Я! О! Какая именинница? Ну как же, внучки, день рождения. Чёртову дюжину разменяла. А Катя где? Звонить пошла, дочку разыскивает. А вообще-то по магазинам бегает. Ведь у нас сегодня гран-прием на 27 персон, с вами 30. А мы не в гости. Катя, какой друг приезжает, еще по... Ну же, давайте друга. Где 30, там 31. Какой друг? Друг детства. Он Катю с войны не видел. Телеграмму прислал. Давай. Чего давай? Телеграмму. Ну так она ж на вокзале. В Остриком-то, да? На каком вокзале? На Киевском. Ну, я же говорю, приезжает друг детства из ЧОПа. На телеграмму. Почему на вокзале? А вот там девочка встречает. Какая девочка? Ну, наша. Из школы.
чтобы он не подумал, что телеграмма не дошла. А куда он должен был зайти? К вам. К нам. К нам? Конечно, потому что ее потеряли. Вы потеряли? Мы нашли. Где? В химчистке. Я чистил книгу, смотрю, телеграмма лежит. В химчистке книгу? Ну да, книгу редкая очень. Она стоила 1 700 000 рублей. Но правда, ее теперь уценили. Зачем ты ее чистил? Чтобы подарить. Кому? Девочке, ну, которая на вокзале. Какая-то несуразица. Белиберда, абракадабра. Ясно одно. Все сводится к девочке, которая на вокзале. Правильно, девочка на вокзале, она ждет Катю иноземцев. Ты же сказал, что она встречает какого-то мужчину из Щепа. Ну да, вместо Кати иноземцев. Мужчина вместо Кати иноземцев? Да нет же, девочка вместо Кати, а мужчина сам по себе. Ну, ну что, непонятно? Нет. Смотри, это же моя книжка. Нет, не ваша, это моя книга. А может, она твоя, но она и моя. Нет, это не ваша книжка. И ты ее читаешь? Это стихи, а я люблю стихи. И тебе они нравятся? Очень. Какие же тебе больше всего нравятся? Ну, это про непрочитанные книги и паруса. Пойдемте. Я вам сейчас по апельсину дам. Вот сюда, вот тут садитесь. Садитесь, садитесь. Садитесь, ребят, садитесь. Непрочитанных книг влекут на страницы, и в далекие плавания манят паруса, и багряные зори озаряют нам лица, но дым из горнов нам слепит глаза. Это? Это. Никогда бы не подумал, что эти стихи еще читают и что они кому-то нравятся. Стойте, а это вы сочинили эти стихи? Я. Так вы и есть Николай Пятипал? Я. Он и есть. Так, на вокзале же ваша внучка Тоша. Где Тоша? Что случилось? Почему сидите на полу? Николай Афанасьевич, почему вы плачете? Где Тоша? Я целый час постояла в автомате всех подруг. Обзвонила, нигде ее нет. Идем скорее, Тоша тебя ждет на вокзале. Приехал какой-то твой друг. А ты как сюда попала? Какой друг, а? Ничего не понимаю. Ну, с вами в школе учился. Ну? Два друга у вас было. Антон и Сергей. Антон погиб, а Сергей приезжает. По-моему, я же Сергей. Я же с ней в школе учился. Ничего не понимаю. Что происходит? Кто приезжает? Тоша. С Новым годом. Здравствуйте. Поздравляем с днем рождения! И чтоб никто не догадался, что это песня о тебе, и чтоб никто не догадался, и чтоб никто не догадался. 7 часов. Где же искать? Вы же опаздывали? Повторяю, прибывший из Чопа Сергей
вас ждут у справочного бюро. Иноземцева? Ты Катя Иноземцева? Была. Была Иноземцева. А почему же я ничего не знала? Ну, потому что мы же еще с тобой ни о чем серьезном не разговаривали. И это тоже ты? Ой, откуда? С Савеловского переулка. Дом 12, квартира 1. Это я. А это твоя бабушка. И это тоже ты? Ой, откуда? От генерала. А как вы до генерала добрались? На троллейбусе. Ой, я его с самой войны не видела. Зинка, смотри-ка. А? Ой! Ой, а это я. Паша. Ой, дед, подожди, подожди. А человек-то вы нашли, который должен был приехать? Нет. Мой дорогой. Момент. Пробочку в бон. Ты гляди. Борька! А ну дайте-ка телеграмму. Где же моя телеграмма? Это же я ее отправлял, когда меня везли раненого еще в Саранск. Наверное, она из этой книжки выпала. Из какой? Из этой. Это тебе. Так она библиотечная. Ну да. Я на 10 дней взял. Тебе стихи переписать. Эх, вы, следопыты, вы бы хоть на штамп взглянули. 13 сентября 43-го года. Значит, это Сергей? А ты-то Катя? Ух ты! А это Карпов, Костя. Да? А это деда. Жених и невеста поехали. Жених и невеста.